Привет, мой видеоблог. Мы едем на Донбай. Мы в Карачаево, Черкесии. Проехали город Черкесск, в котором есть маленький цементный заводик, которым долгое время владела жена Лушкова. Также там три брата сделали автомобильный завод, выпускали автомобиль «Ковбой». Но он оказался слишком дорогим и некачественным, поэтому сейчас там выпускают автомобиль «Элефан». Сейчас собирают автомобили «Элефан». Китайские. Так что мы собираем китайское говно. Ну, наверное, нормальные автомобили. Вот. А это памятник. Чему это памятник? Памятник защитников перевала Костромы. Да, вот так вот. Так что мы скоро будем на Донбай. У нас маленький пит-стоп с нашим автобусом. Вот тут вот местные продают всякие няши. Это горы. Вот. Привет, мой видеоблог. Мы наконец-то добрались до Донбая. Вот тут канаточка. Вот тут горочки. Еще горочки. Сейчас мы пойдем наверх. Настя, передай привет. Привет, мой видеоблог. Мы наконец-таки поднимаемся на Донбай. Я еду по канаточке. Вот это мои ножки. Это канаточка. Вот, это зад канаточки, оттуда мы поднимаемся, вот горы. Стрёмно, пипец. Стрёмно, но клёво. Вот мы преодолели первое препятствие, вот так работает канатная дорога. Иди туда. Чё? Иди туда, сфотографируй. А чё это за гора? Привет, мой видеоблог. Стрёмно, но мы поднимаемся еще выше. Теперь уже по двух этой, да? Двух креселка. Это самый длинный переезд и самый красивый, не считая последнего, четвертого. Он займет 14 минут, поэтому тут нужно достать всем отдыхающим фотоаппараты, видеокамеры и, собственно говоря, вот снимать красоту. Красота у нас вот где-то здесь. Показываю красоту. Красота есть. Едем мы примерно вон оттуда. Горы за нами. Вот. Вот отдыхающие. Вот мы едем. Привет, мой видеоблог еще раз. Мы поднялись чуть выше. Сзади нас вон охренительные горы. И очень стрёмная высота. Вот. А мы будем еще подниматься выше. И вообще там будет страшно. А под нами, короче, земля очень рядом. Вот. Вот нога моя. Ну, метров, я не знаю, 3-4 здесь. Вот. А будем подниматься, там еще больше будет. Так что набираемся терпения, поднимаемся выше. Привет, мой видеоблог. Мы поднимаемся в третьей очереди. Вот так это работает. Привет, мой видеофильм с моим видеоблогом. Мы уже поднимаемся по третьей очереди. Вот, позади две. Сейчас еще будет третья. Вот мы где-то примерно туда едем. Вот там горы. Вот. Вот где-то оттуда мы едем. Здесь уже ветерок прохладный. Привет, мой видеоблог. Мы на последней четвертой очереди на канатной дороге. Тут вообще красота. Мы где-то, то есть очень вообще кайфец. Вот тут тоже. Передай привет Фавару Гапею. Привет, Сашин видеоблог. Вот вообще очень стрёмненько уже под ногами. Держи. Ногами достаточно высоко.
больше, чем 3-4 метра назад. 15. Ну, 10 точно. Лунчики. А, кстати, Шульц, мы видели твою капсулу, которая у тебя на фотках. А, но я ее не сфоткал. Вот, потому что ты мне не звонишь. Привет, мой видеоблог. Наконец-то мы поднялись на самую высокую отметку. Какая это высокая отметка? Здесь 3000 с чем-то. Вот она, последняя канатка. Горы, сувениры. Еще горы, лошадка что-то здесь делает. Ой, господи. Шашлычок. Сувениры. Сувениры одинаковые на всех этажах. На первом подъеме самое дорогое. Чем выше, ну, на втором-третьем подешевле сувениры. Вот чисто креселка, которая медленно двигается. А, нет, черт, это еще не самая высокая точка, вон еще выше есть. Идем по овощным туристическим маршрутам. Так, тут обычное туристическое говно. Ну, авоськи. Короче, на снегоходе надо покататься. Ладно, посмотрим, что дальше. А, даже вот такая штука сюда приезжает. Пойдешь на снег? Привет, мой видеоблог. Мы наконец-таки сели попить глинтвеши с Тартюшей. Вот. Наши коллеги делают овощную фотографию туристическую вообще на фоне снега. Тут катают по 500 рублей на эти... Как их зовут? Как их? Снегоход, точно. Вот, а мы будем кушать. Вот канатная дорога, 16 минут едет. Вот тут дверь выбросил кто-то. 5 часов закрываются канатные дороги. Ну ладно, я буду пить и есть. Привет, мой видеоблог. Мы спустились с самой высокой отметки и сели перекусить. Опять глинтвичку и шашлычку. Вот сидим мы примерно вот так, чтобы было понятно. Наш глинтвинчик. Самая крайняя точка. И вот здесь горы. А у нас шашлычок. Привет, мой видеоблог. И сейчас мы добрались до какой-то крутой реки, в которой очень чистая вода. И ее мы будем пить. Вот. Туристики. В общем, круто, шумно, целебно и лес красивый.